400. Интегрированный хэшборд 1,40 м. 1,40 м. 1,40 м на 70. На высота, 70. И высота где-то 35. Да, на 35. 400 с интегрированным хэшбордом. Сервис. Интегрированный хэшборд, клапан стоит рядом с клапаном баллона, очень удобно. Это у нас уже настоящий крейсер. Шлопка комплектуется вот такими досками усиленными. Интегрированный фальшборд. Ширина кокпита 1,20 м. Вот он какой. Также дополнительно можно заказать мягкие накладки на банку. Ну тут они серьезные, широкие, да? Тут широкие накладки с сумки. Значит, комплект идет. Накладка и сумка. Угу. В принципе, просто как сумка. Вот это все отсюда, сложность как сумка. Значит, сумка у нас вот так вот на молнии пристегивается. И бегунок. Вот бегунок. Сейчас. Ну, и все, бах. Мягкая накладка вот на таких хлястиках затягивается. Вот так, и все, можно комфортно путешествовать. Так, давай по высоте банок. Значит, высота банок. Я смотрю, что здесь прям вообще просто высоко. Сколько? Высота 40 сантиметров от пола, то есть сидишь комфортно очень. Как в кресле. Сейчас, погоди-ка, сменим ракурс. Достаешь хоть по ширине? Да. Широко, конечно. Ну, подрулить можно. Здесь как на корабле. Шатается.
Фашборд не шатается, да, это здорово. Шикарно. Так, максимальный мотор здесь какой у нас? Сколько? Тридцатка. 30 лошадей. Можно здесь сейчас дно посмотреть. Давай дно посмотрим, что. Сейчас посмотрим дно. Какое же у нас здесь дно? Такое дно тримаранного типа идет. Можно, кстати, дно забронировать, по желанию. Да, можно забронировать частично, либо полностью. Тоже по желанию. Штатное усиление вот такое идет. Все, пускаем.